Лава 8. Нет связи. Дао Валантис. Да ладно, и здесь и они тоже. От огня к огню. Это сработает. Да ну тебя в пизду, а! Бля, Айзек, ты рискованный просто пиздец. Как у тебя позвоночник до сих пор не... О, блядь, не ёбнулся! Элли! Элли, ты там? Урона минус одна перезарядки. Ай, жопа. Опять буран, сука. Новый костюм не помешал бы, ёлки-палки. Не думаю, что в этом гардеробе там швейная машинка есть. Да, ну рожа у тебя, конечно, да, Айзек. И костюм тоже были лучше. Следы я оставляю. Ну-ка, интересно, а он оставляет следов? Ну давай, резче двигайся, а то сейчас замерзну, блядь. Чини, нахуй. Да не, не похоже. Ладно, погнали. Надеюсь, боты не окоченеют, блин. Башку снесло. Гандон, а я тебя, блядь, найду в ебую, ёлки-палки. Мою девку оставил в покое, блядь, скотина. Так. Ох, Элли. Как же я рад, что ты у меня не спал. Блядь.
Так, оставлю вам шлейф из огня, да. Вижу, вижу. Повезло, что я вовремя очухался бы. Ой, как мать! Блять, текай, Азик, текай нахуй! Не время сейчас разъяснять, что за говно это было. Алекс. Погоди, если ты можешь подняться? Нет. Алекс. Всё. Может, здесь я? Нет. Эх, эти хуёвины ещё... Ну это ожидаемо было, то что эти хуёвины ещё живы здесь, братик. Начало сообщения от текстограмма КССК 3КС 3593 ТВ Ху 2211 для ТВ РС-9. Капрал Саймон Вебер. Эй, сержант, я заметил длиннющий состав МЮ-90. Двигается в вашу сторону. Что там? Провиант? Сержант Джордж Кокрейн. Это не еда, а части бура. Ушли за горный хребет к месту раскопок 1. Парни из команды проходчиков нашли подо льдом что-то крайне интересное. Попрался ему выбор. Что-то интереснее, чем утолить мое голодное брюхо? Сержант Джордж Кокрейн. В общем, ты в курсе, что за все эти годы освоения космоса мы так и не встретили жизнь на других планетах, так? Ага, только камни и газ. Так вот, на этой планете она есть, точно говорю, но страшная, как смертный грех. Это сообщение. Забавно то, что не замело, ни хера не случилось, все чисто, более-менее. О, сука, опять дура. Алоха. Чертеж? Элли, is that you? Are you in range? God damn it. Быстро они, блядь, съебывают от меня, ёлки-палки. Однако. Парная установка для стрельбы шарами пола. Оружие предлагает множество вариантов тактических решений. Автоматически перезаряжается после того, как обойма... Что обойма? Опустили, походу. Да хуй его знает. Ладно. Ну да, мы тут еще у станка и от парки сидим, так что он на...
скотина. Явно тут что-то недоброе. А, сука! Да, блядь, на схуя мне сейчас нужно артефакты, артефакты. У меня водку дайте, блин, согреться, блядь. Да, блядь. Ну, блядь, ну где она, сука? Куда мне идти, ёпки-палки? Запаха, да? Be sure to have your ration card stamped after every meal. We don't want anyone going hungry out there. And now, a little something to warm you up. Начало с общим текстом КССК 3КС 3593 ТВ У 213 ТВ Р-59 Рядовой Семил Акерман. Не знаю, парни, может вы и догадались оставить что-нибудь на сковороде в РС-9, но у нас шаром покати. Держан Джордж Кокрейн. Принято, рядовой. Мне тут еще целую сводку кормить, а провизию в обрез. Что насчет склада? Должна же там быть провизия. Ну же, подкиньте ключик голодному солдату. Прости, Акерман. Распределением провизии занимается Ламли. Уверен, он пришлет продукты с первой же возможностью. А пока затяни пояс потуже, как и все мы. Конец сообщения. Да, затяни потуже пояса. Я уж так затянул. Уф. Я, пожалуй, сойдусь на факте. То, что... Блять. Да. Да сука, ну что за хуйня, блять, а? Как сенсей. Ай, в пизду вас, а. Мяу. Welcome back and thank you for 8 lemon. Фу, блядь. Thank you for another lemon. Meow. As you can see, I'm fucked up. And I'm on the Tau Valantis. Yep. Nice weapon. Which one?
this. Shotgun plus... I don't know. Electric cutter, I think. Second one is just rifle with optics, but I think it's stupid. Optics is not good, if you ask me. Садет, лапа ракет, кой не дай дамоха, ладно. The problem of this shotgun cutter, it's too slow. Finally. Опа. Пако. Well, I'll be damned. Where is everyone? They're headed for a research facility up the ridge. We found snowsuits, but there weren't enough to go around, so I decided to stay behind. There might be more down in the basement. Чувак. Elevator shot. And we heard something scratching around down there, so we didn't... We didn't check. Buckle.